Друзья, приветствую, с вами Алла Кичиджан. Математика на песке. Ну, пока на картонке. На песке будет с 4 мая. Я испытываю какую-то несказанную радость, когда кто-то из математиков мне что-то так внятно объяснит, что я могу объяснить это дальше вам по эстафете. Я хочу линейные уравнения показать, как решаются. Вот так, как я поняла. Возьмем самое простейшее. X плюс Y равно 5. Систему уравнений. И x минус y равно 3. Что нужно сразу сделать, как меня научили? Ну, тут математики так вот рисуют скобочки фигурные. Я ничего не знаю про это. Я вот хочу решить там x яблок плюс y бананов или y груш и наоборот. X яблок минус y груш. И вот получилось тут там 5, тут 3. И как их объединить? Как мы их объединяем? Смотрим, где есть... рядом с коэффициентами, а тут единичка везде будет, да, 1 на x, 1 на x, 1 на y, да, где есть плюс-минус. Но мы смотрим, что плюс y и минус y есть. Мы их вообще сократить сразу можем. Теперь вот здесь что у нас остается? Нужно, мы как бы плюсуем сразу все, вот как мне объяснили. 2x, вот x плюс x, 2x. Я просто переписывать не хочу. И равно 8. И вот оно получилось элементарное уравнение, когда x равен 4. Если представить это в виде графиков, то вот 4 это как раз точка пересечения графика, двух графиков. Знаете, чуть сложнее я вам, я не знаю, видно или нет. Знаете, чуть сложнее я другим фломастером напишу, нарисую. Так, уравнение такое. Сейчас я его перепишу просто изначальное условие. X минус 2Y равно 10. И 3x плюс y равно 16. И давайте по тому же принципу. Да, нам надо сначала, здесь у нас нет ничего одинакового, везде коэффициенты разные. При y здесь 2 есть, здесь 2 нет. Но мы видим здесь плюс-минус. Что можно сделать? Домножить на 2 обе части. Вот домножаем вот здесь, вот просто умножаем, вот умножаем на 2. Все, все, вот это второе уравнение. И что получается? Первое переписываем с чистой совестью. X минус 2, Y равно 10. А второе умножаем на 2. Значит, что получается? 6X плюс 2Y равно 32. И смотрите, по тому же принципу. Берем вот эти вот дын-дын, просто уничтожаем еще одна. И что остается? 6 плюс X, 7X. 10 плюс 32, 42. Ну, X равен 6. Не знаю, понятно вам или нет, мне стало все абсолютно понятным. Я в следующий раз покажу вам, как вот это алгебраические уравнения эти перевести, перенести на график, если вам интересно.